либо сохранив ту схему, которая существовала, то есть по 1/12 части в течение года равными долями, либо есть возможность перейти на систему оплаты за фактически месяцы поставки тепла, то есть на 7 месяцев, как мы говорим, примерно. Кому-то действительно удобнее платить равными долями в течение всего года. Кто-то говорит, я лучше буду платить какие-то месяцы больше, какие-то месяцы меньше, какие-то вообще платить не буду. Значит, есть сторонники и того направления. Значит, поэтому этот вопрос будет однозначно обсуждаться и с муниципалитетами, и с общественными организациями, потому что принятие такого решения будет в разрезе каждого муниципалитета отдельно. То есть, например, город Стерлитамак может перейти, город Салават может не перейти на 1/7. Альшеевский район может перейти, Чермийский район может не перейти. То есть каждый муниципалитет должен, обсудив этот вопрос на местах, со своими жителями и так далее, они должны принять решение, по какому пути им идти.